Здорово. Здорово. Как зовут? Николай. Никита. Ну что, погнали, потреним? Давай. Погнали. Подтягивания на брусьях, бег, тренировки с собственным весом. Жители все чаще выходят на улицу, чтобы заниматься спортом. С персональным тренером эффективность занятий удваивается. У нас происходит персональный тренинг, то есть все под каждого. У каждого свои цели, у каждого разные противопоказания по здоровью. У кого-то там проблемы со спиной, у кого-то грыжи. То есть все строго и индивидуально. И как бы тренировки на улице никто не отменял, как говорится. Спортивный путь Никиты начался в 6 лет. Баскетбол, легкая атлетика, беговые лыжи. Освоил эти и другие виды спорта, прежде чем прийти к фитнес-тренировкам. Корпус ровный, но дистанция нормальная. Все, я опускаюсь на вдохе, на выдохе. И скачет, то есть это... Мы как самураи, наверное, у нас нет цели, у нас есть только путь, по которому мы идем и помогаем другим становиться лучше и счастливее. Тренер уверяет, заниматься на свежем воздухе полезно. Получаем витамин D и закаляемся. Не знаете, с чего начать? Можно просто выполнить кардио или небольшую разминку. Главное – втянуться. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».